всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с обалденной рубрикой. Это рубрика «Эксперименты». Всем здорово! И сегодня, ребят, в нашей серии у нас будет спецвыпуск, потому что мы с Пашей подготовили три ряда с одинаковыми автомобилями. Только есть одно небольшое «но». Сегодня на первом ряду мы с Пашей протестируем ржавые развалюшки со спущенными колесами. На втором ряду стоят обыкновенные автомобили. Ну а на третьем те же самые тачки, только в полном тюнинге и суперспособностью. Проверим, кому какие машины достанутся, чтобы преодолеть наше гигантское испытание в виде лестницы. Ну я, ребят, напомню, что сегодня у нас будут тестироваться мотоциклы, маслкары, суперкары, даже тачки из Arena War, а также внедорожники и строительная техника. Проверим, у кого удачи будет больше выбить самую прокачанную машину. Ну а я желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита, кто сейчас хрумкает. Ну и, ребят, давайте за такой спецвыпуск с вас однозначно лайкос, но с меня самый эпичный видос. И, конечно, жмите кнопку подписаться, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а мы с Пашей погнали выбирать себе коллекцию тачек. Начинать нашу рубрику. Посмотрим сегодня, у кого тачки выпадут лучше, потому что еще раз давайте вам быстренько покажу. Может остаться ржавая нам развалюха со спущенными колесами. Может быть достанется нам сегодня обыкновенная машина, а кому-то вообще супер в тюнинге. Вот такая тачка. Нифига себе. Ребята, так что сегодня именно от Алисы проверим, у кого будет самая крутая машина в серии. Ну что ж, Паш, на первом раунде у нас находятся мотоциклы, и давай проверим, кому что выпадет. Ну давай. Слушай, предлагаю по порядку идти. Давай, сегодня ты первый, потом я первый, потом ты первый, потом я первый. Просто будем меняться. Ой, давай. Все, давай, ты сегодня первый, поэтому спросим ему число. Итак, ребята, это у нас 1, это у нас 3. Алиса, назови для Паши первую тачку от 1 до 3. Алиса, пожалуйста, давай мне нормальную тачку. Хорошую, пожалуйста. Ну? 2. 2! Самая обычная! Нормально! Ну, в принципе, повезло! Ребята, теперь все зависит от моей удачи. Либо прокачанный прыгающий байк, либо обычный на спущенных колесах! Развалюха! Число, Алиса, назови для меня от 1 до 2! Алиса, давай ему двоечку, пожалуйста! 2-2-2! 1! Да! Выпал байк из Arena War! Есть! Ой-ой! Ну что ж, чуваки, сверху слева появляются, как вы знаете, что... Баллы! И кто выше заберется, столько баллов сегодня он и получит. Вы посмотрите, обычный байк против супер прокачанного с пулеметами и миниганами. Давай, готов? Раз, готов. 2, 3, погнали! Let's go! У меня даже нитро есть, зацени! Баланс. Так, а как пулеметами пользоваться, не подскажешь мне? Да! Иди сюда, Паша! Прокачанный байк! Ты чё? Прости, я колесо проколол. Это было случайно. Ударю тебя сейчас! Все, пакет вам, Флюзенбург! Давай! Слышь, ты, Флюзенбург, ребята, максимум скорости! Нет, мне проколол сегодня... колесо мне! Мне сегодня, чувствую, будет вести всю серию, потому что чуваки стопудов лайкосами поддержали, и это будет самый топовый видос! Давай! Иди сюда, топовый видос! Че ты? А я не могу махаться, или могу? Ну-ка, иди сюда. А я могу махаться! На тебе, я тебя ногой могу сбить! На, получи! А! Ты офигел, что ли? Ребята, это было незаконно и несправедливо! Вы понимаете? Это месть. Давай! Сейчас я тебе такую месть устрою! Иди сюда! Быстро, живо подошел ко мне! А как ты так быстро собираешься? О, что, упал, что ли? Что тебе тут валяется? Маленький такой, давай, иди сюда. Чего? Я пилой тебя откину. Кстати, точно! Я же могу тебя пилой распилить. Иди сюда, колесо проколи. Не надо, боишься? Я не могу забраться. Колеса-то лопну тебя. Ну все, чуваки, давайте посмотрим, докуда я смогу на мотоцикле допрыгнуть, потому что мне кажется, это будет мировой рекорд. Я уже до синего уровня заканчиваю запрыгивать. Остался только красный. 25-я ступень. Раз. 2, 3, мегапрыжок, ова! Да! Изи! 25! Получилось! Вы понимаете, 25-я ступенька это равно 25 баллов. Раз, сколько 2, у тебя там баллов? 26! Ой! Стой! Да. Нет! Я застрял! К стене прилип! Офигеть! Липучка лизун какой-то! Ладно, последняя попытка! 1, 2, 3! Нитро! И прыжок! Давай! Ну-ка! О, капец! Не получается!
Я понял. Все плохо. Я на 25-й ступеньке остановлюсь, чуваки. Ну и мы переходим ко вторым нашим тачкам. У нас, ребята, это жесткие маслкары. Причем такого старенького типа. Эта тачка вообще пополам разобрана, без деталей. Эта тачка для меня. Ну что ж, теперь... Смотри, какой крутой. Крутой, да. Че, ловит мысль, слышь? Крутой, что ли? Иди отсюда, давай. Нифига себе. Давайте, чуваки, проверим, кому какая тачка достанется. И теперь моя очередь быть первым. Поэтому, Алиса, назови-ка для меня число от 1 до 3. Ну, Алиса, мне кажется, Лехе идет первая машина, так что развалюху ему. Выпало число 1. Число 1. Спасибо. Нет, Алиса, я тебя обожаю. Стой! У меня это получается прокачанная тачка. А что у меня вправо? Это для меня машина. Нет, все, это моя машина. Получается. Да как пальцу брать на этот, ё-моё? И теперь для Паши, ребят, давайте спросим ему тачку от 1 до 2. Итак, Алиса, назови число от 1 до 2. Алиса, пожалуйста, давай 1. Давай, я не хочу 2. Пожалуйста, 1, пожалуйста. Число 2. Число 2 на спущенных колесах. Зацени, как я умею. Опа. Кто теперь крутой? Зацени мою тачку. А я дрифтить умею. Нет, ребят, сегодня однозначно будет самый эпичный видос. Так, подожди, а как мне... не понял. У меня тачка кривая. А как мне машину выровнять-то? Ёлки-палки. Раз, два, три, погнали! Давай, Паша, я могу так делать. У тебя подвеска поднялась, ты как внедорожник. Да, подвеска поднялась, я могу как внедорожник ехать. А могу запрыгивать. Вот так, чуваки. Прыгаем на тачке. Главное не перевернуться. Это нечестно. Обалдеть. Это же реально самая читерская машина получается. Ну, а чё я ты? Буду задом ехать. Да, ладно, давай. Я буду вот так ехать. Так. Разгон. Прыгаем, чуваки. И раз, и два, и три. Опа, мажор, помоги мне. Мажор, давай. Сейчас я скину. Разгон. Это карма, за то, что ты меня убил. Все, чуваки, быстренько, вот так забираемся и запрыгиваем. Сейчас я догоню тебя. Все, у меня сегодня реально будет рекорд по баллам, походу, за все серии. Но я тебя попытаюсь догнать. Да, ты меня никогда не догонишь. Ой, проблемы. Проблемы, стоп, нет. А можно задние колеса прыгать? Ну-ка, задние, оп, давай, не надо. Забирайся, давай, чичечка. Давай, оба. Не получается, я застрял, кажется. Давай! Нет, а я догоняю! Паша, у меня проблемы. Я реально застрял. Ну-ка, лево-право могу. Вот так, лево-право. Давай. И... Вот так, лево-право. Ты капец! Капец, все, я на днище сел. Получается, у меня ровно 9 ступенек, а у Паши сколько? 8? Восьмерочка! Ну смотри, довольно хороший результат, несмотря на то, что у тебя колеса нет вообще. Согласен. Ладно, подсчитываем баллы и переходим к третьему нашему раунду. Йоу, ребята, зацените, что у нас за коллекция. Так, получается, этот руинер, у него есть парашют сверху, видите, люк? Ее парашют выскакивает. Да. Потом второй у нас обычный, тут никакого парашюта нету, а третий вообще переломанный, со свалки взятый. Что это за фигня? Он даже не на ходу, мне кажется. Ну а теперь чья очередь? Твоя, Паша? Да. Моя. Давай по цвету. Тебе желтый идеально подходит, поэтому, Алиса, назови для Паши число от 1 до 3. Алиса, давай единичку мне, пожалуйста, прыгающий на парашютике. Ну-ка. Выпало число 1. Да, в смысле? Да хватит! Один! Да, она все время один называет! Нет! Давай поменяемся! Мясо. А парашют работает? Проверь на нем. Опа. Ну-ка! Оп! Реально работает! Да, только у меня он не отображается немного, но ничего страшного. И теперь моя очередь. Алиса, давай. Назови число от 1 до 2. Алиса, давай ему развалюху какую-нибудь. Ну-ка. Выпало число 2. В смысле, развалюха? Ты как? Двойку назвала. Ребята, это пипец. Это полный пипец. Кому-то хана. Вы позвали. Это что такое? Ребят, я не знаю. Это мусорная машина какая-то. Это реально мусорная машина. Я спидегонщик. Ну-ка, она за задний конец встает. Она, оп, давай. Не встает. Немного встает. То есть есть шансы реально, что она поедет. Да. Ой, давай. Все. Раз. На стартовую линию. Стой, на стартовую линию. Да, на стартовую. Давай, все, со старта. Раз. Давай. Два. Три. О, погнали. Давай, пока, крендель ржавый. Вот. А у меня-то... Кто еще на развалюхе? Это ты на развалюхе. А у я самый... У меня-то ракеты есть, самый быстрый. Стой, какие? Не надо. Я пошутил, ты не развалюха, ты не хороший мальчик. Бам! Нет!
Он меня сейчас догонит! Только попробуй! Нет! Ай, ой, блин! Давай! Хочешь уголёчек сделать из себя? Не хочу! Отстань! Иди сюда, стрел воздуха! Я сейчас протараню! На тебе! Давай! Я ржавый терминатор! Слушай, ты терминатор! На тебе! Сейчас задавлю его! И на тебе! Спасибо, Лёха! В смысле, спасибо, я тебя сейчас переверну. Бутерброд из тебя сделаю, ты понял? Так, ребята, давайте его скинем. Ты что делаешь? Полетел, убирайте ракеты. Нет, стой, ты что делаешь? Вали отсюда! Ты вроде развалюха же. Давай, залезай! Слушай, а мне нравится ржавый руйнер. У него даже колеса не крутятся, но он заезжает так же. Давай, иди отсюда. А я спрячусь, ты меня не поводёшь. Давай, спасибо, я снизу. Чё ты? Нет, Мазила. Все, уезжай отсюда, дай мне заехать. Смотрите, не дает. Все, окей, вот выпадет мне какая-нибудь... Чего тебе выпадет? Я придумал. Выпадет мне БелАЗ в конце, если выпадет. То, ребята, я его раздавлю в лепешку нафиг. Да тебе ничего не выпадет, блинчики с него сделаю. Так, подожди, что-то перестало получаться. Давай. Да капец, у меня вторая тачка на пузе застревает, это нечестно, это несправедливо. Уже 23-я. Все, какая 23-я? Да блин, раз, два, три и газ, давай! Ну-ка! Все, застряло, заколка. Не получается. Реально развалюха какая-то. Я для себя для следующего раунда трамплин зато сделал. У меня 9 баллов, у Паши сколько у тебя? 25! 20! 5! Где? Да-да! Вон он, вот я его вижу. Вон она, фигня эта. Ладно, подсчитываем результаты и переходим к предпоследнему раунду. И как вы видели, ребята, на предпоследнем раунде у нас доминаторы! Да-да, доминаторы! Нифига, ты то слева, то справа бегаешь. Капец, Паша, смотри, зеленый доминатор, прокачанный, прыгающий, синенький, самый обычный, ну а справа ржавый, заржавевший, на спущенных колесах. Развалюха! Но зато у него сзади таран есть, то есть он... А вдруг это из Арены Вар тачка? Ну-ка, вообще эта тачка из Арены Вар, это я знаю, но, блин, вдруг она прыгает, я имею в виду. Ладно, давайте это и проверим. Алиса, назови теперь для меня тачку. Я сейчас первый, ну-ка, поэтому она назовет мне единичку, как всегда. Назови число от 1 до 3. Алиса, развалюха ему, пожалуйста. Арену Вар! Ну-ка. Выпало число 3. 3! Не понял! Нет! Я попросил Арену Вар, но я слева попросил Арену Вар! Не справа же! Не справа! Второй раз на спущенных колесах ехать! Вы что, издеваетесь? Неплохо. Ну-ка, она задние колеса встает хотя бы. Да! Встаю! Нифига! И падаю! Я вперед еду! Смотри! Я вперед ехать не могу! В смысле? Что за фигня? Надо фигню эту отцепить! Я 100 лет так ехать буду! Алиса, назови для Плейсна ему машину от 1 до 2! Алиса, давай мне единичку. Ой, развалюха. Блин, я имел в виду 2. Ладно, у тебя 1. У тебя 1 выпало. Я еще ей подсказал, чтобы она единицу называла. Ладно, еще, ребят, напоминаю. То, что я говорю, единичку называй, двойку, тройку, это ни на что не влияет. Она сама выбирает рандомное число. Ну да-да. Что, готов, Паша? Раз, готов, два, готов. Три. Погнали! Пока, развалюха. Едем, катим. А я же могу в тебя. Я мега скорость. Я сама. Давай, сама быстрость. Я сколько лет-то буду ехать? Ребят, мне кажется, я застрял. А можно мне поехать вперед-то? Давай! Спидигончик джел, ребята! Давай, готовь! Офигеть! О, разгоняюсь! Ты зацени! Блин, я так реально не заеду! Давай! Оп, нет, заезжаю! Да отстань ты! У тебя и так таран там есть! Тарантус! Всё, пока, развалюха! Нет, чуваки! Давайте быстрее! Так, опа! Что? Я смогу тебя кинуть, бам! Я подпрыгнул! То есть у меня прыжок есть? В смысле? Я видел, прыжок есть, да. Опа! А что такой маленький? Я не понял. Сысы, на миллиметр подпрыгиваю. Опа. Так это все равно, Лех, хорошая тачка, у тебя прыжок есть. Стой, да я тебя догоню хотя бы. И опа. Так, ребята, мне просто интересно замерить, насколько мы раз напрыгиваем. Давай, на счет 3 одновременно прыгнем. Готов? Давай. Раз, два, три. Опа. Опа. Да, понятно. Ржавая развалюха у меня. Ну все, это жесть. Это удача просто поменялась местами. Сначала мне везло, а теперь Флейсину везет нафиг. Мне везет, да-да. Да. Ну ничего, у нас еще есть 2 раунда. Это БелАЗы, ребята, и внедорожники. И вот там-то я еще смогу отыграться. Раз, два, три. Сейчас я запрыгну. И опа! Да, парковка на уровне. Ладно, остаюсь тут. Я понял, что дальше я не могу уже. Чего там? Да я пока ты это там говорил, я уже на красном уровне. И 27-я ступенька. Я вижу. Офигевший. Давай, Паша, ну-ка. Я буду победителем сегодня. Серьезно? Он еще выше забирается? Ты до куда там хочешь прыгать-то? Ну-ка, сейчас 29-я. Давай.
Не получилось! Предел-то он нашел! 28 баллов у Паши. А у меня, ребят, почти. Сколько? Чуть-чуть. 14, в два раза меньше. Переходим к подсчету баллов и к предпоследнему нашему раунду. Окей, чуваки, у нас остались внедорожники и гигантские БелАЗы. Смотрите, у нас есть тюнингованный БелАЗ со спойлером. Даже есть вот такой обычный БелАЗ. Но и в конце также у нас есть что? Со спущенными колесами. Это жесть. Ладно, но мы переходим к внедорожникам. Поэтому, Паша, твоя очередь быть первым. И Алиса, назови ему тачку от 1 до 3. Алиса, давай мне крутую тачку. Даже прыгнул я. Оп. Выпало число 3. Ой, разводюшка выпала! Наконец-то! Молодец, молодец, Алиса, я тебя обожаю. А теперь для Джела, Алиса, назови число от 1 до 2. Алиса, давай ему обычный, зачем ему хороший автомобиль? Один! Ну-ка! Выпало число 2. Двойка! Да вы чё? Я же один сказал! Один! Алиса, если я говорю один, ты говоришь один. Ты должна мне подыгрывать, чтобы все знали, что ты меня слушаешь. Ладно, окей, я буду на двойке. Готов, Паша? Давай. Да, я готов, я уже жду тебя. На стартовую линию, хотя бы сейчас, мне чуть-чуть больше повезло. Итак, раз, два, три, поехали! У меня внедорожник лучше! Ой, передачу перепутал. Куда поехал? Стой, кнопки перепутал! Так, газуем! Он у меня дрифтит! Я вижу, на спущенных колесах еще бы ты не дрифтил-то! Это пипец! Что? Оно нормально проезжает, Лёха! Не понял! Ты что за дурак? Это хорошая тачка! Как ты это делаешь? Почему? Ему хорошая тачка выпадает, он едет! Ему плохая тачка выпадает, он едет! Может и это? Ладно, я тебе сейчас сам колеса прокалю, понял? Гранатометом! Хочешь так? Не надо, нет, не надо! Все, буду колеса гранатометом прокалывать! На тебе, вот так вот! Лучше бы мне эта машина досталась! Ребята, делаем вот так! Задом сдаем и задом застреваем. Ты не можешь, серьезно? Не понял. Какого фига? Ага. Я все видел. Лайфхакер. Все, повторяем. Уйди с дороги. Давай. Ты так делаешь, значит, я тоже могу так делать. Нет. Ой, только не говорите, что снова. Все плохо. Я снова на пузе застрял третий раз. Лёх, слушай, спасибо тебе за руинер, я конечно. Я сейчас, видишь, да? Я сейчас даю руинер. Это мой руинер. Нет. Что? Руинер катапультировал. Помогите. Спасите. Давай. Чуть-чуть. А все. А руинера больше нету, Паша. А есть зеленая тачка. Давай. Ты не воспользуешься. Ладно, ребят. Последнюю надо попытку делать задом. Хотя бы я должен сделать это. Опа. А ну, вот они, лайфхаки нашлись, чуваки! Как это сделать? Спасибо, я понял. Нет, дружба, прежде всего, дружба. Самое главное, спасибо, Паша. Давай. А я тебе буду помогать. Я тебе тоже помогу, вот так. Да. Помощь от Джелу, что, ты мне помог, я тебе помогаю. Нет, такая помощь в другую сторону. Ладно, чуваки, я остаюсь на 11 ступеньке. Дальше моя тачка не едет. О, сама спустилась. А я тоже не могу. Автопилот. А у Паши десятка. Ну что, считаем баллы. Переходим к нашему финальному испытанию. И, наконец-то, финальная битва. Как я уже и сказал, ребята, вы посмотрите. Супер быстрый тюнингованный БелАЗ. Ого! Обыкновенный БелАЗ. И, ребята, БелАЗ со спущенными колесами. Тем более, вроде у него 6 колес, но у него они все проколоты. Это плохо. Пипец. Это просто пипец. Так, теперь моя очередь быть первым. Поэтому, Алиса, не подведи. Пожалуйста, назови мне спущенные колеса. Шутка, конечно. Да, спущенные. Шутка это была. Алиса, число от 1 до 3. Алиса, пожалуйста, давай ему со спущенными колесами. Прошу. Выпало число 1. Выпало число 1! Я хотел себе, у него спойлер такой! А теперь, Алиса, назови для Паши БелАЗ. Какой БелАЗ? От 1 до 2! Ну, Алиса, я бы не отказался от 1, зачем? Это время? Или что за загадочные цифры? Нет, цифры загадочные. Это БелАЗы. Загадочные БелАЗы. Число, Алиса, назови от 1 до 2. Алиса, давай единичку, ну, пожалуйста, смотри, какой он красивый. 1. Выпало число 1. 1! В смысле? А как ты угадал? Ладно, давай, Паша, обычный БелАЗ против прокачанного, тюнингованного супер БелАЗа! И, ребята, я не знаю, сколько у нас сейчас баллов, но мне кажется, Паша меня обыгрывает, поэтому давайте сделаем его. Готов? Раз, два, три, погнали! Стартуем! В смысле? Не понял.
Чего? Стоп! Да ну-ка! Ладно. Да ладно! На задние колеса встаю! Он поднимается на Бакенова. Задние колеса! Я тебе могу дорогу перекрыть! Слышь, стоять! Ты, Бакенова, давай, иди отсюда! Ой, играешь по жесткому! У меня-то тяжелый белаз! Не толкай меня! Офигел, что ли? Отстань! Давай, ой, иди отсюда! А у меня-то, смотрите, у меня еще в этом, получается, как его, сверху нет песка, поэтому я легче. Ну-ка, ну, на задние колеса! Легче, да, оп, масса. Оп, идеально, идеально! Нет, я тебя победил сегодня, стопудово! Давай, на задних колесах! Да, оп, смотрите, реально на задних колесах! Тебя подтолкнуть? Ой, я предел, походу, нашел. Нет, это предел, серьезно? У кого-то предел. Оп, давай задние колеса. Давай, газуй. А ты что, еще сколько ехать будешь? Нифига себе. Я не знаю, я еду. Девятая ступень, газуй. О, зацени. Ой, тут тачка твоя отсюда. Нет, а помнишь, что я обещал? Я обещал, что я раздавлю твои машины сегодня. Нет, не понял. Раз, два, три. Давай, Белас. Смотри, как умею. На тебе. Раздавлю. Давай, помогу тебе, помогу. О, поможешь мне, по обратную давай. Сторону помогу тебе. Нет, стой. А теперь смотри, учись как надо. Вот так. Ай. Нет, ребята, предлагаю быструю перемотку, потому что я чувствую, сегодня я буду 100 лет подниматься на этой штуковине. У-ху. Смотрите, чуваки, походу предел нашел. Не могу забраться. Дорога, козявка. Здорово. Ну-ка, залезай на ступеньку, запрыгнешь на меня. Раз, сейчас, два, три, запрыгну. И вот, давай. Газуй. Не получается. А почему не получается? Максимум раздора. Раз, два, три, максимум скорости. Ты давай, газу. Ой, все-таки реально предельная мощность. У него это 18 ступенька, поэтому мне добавляется 18 баллов. Ой. Так, а как припарковаться-то? Вот так припаркуюсь, короче. Припаркуйся как-нибудь. Я застрял. Я просто застрял спойлером. Ну что ж, чуваки, подсчитываем наши баллы и давайте узнаем, кто сегодня победил в этом ролике. Окей, ребят, мы уже готовы оглашать свои баллы, свои результаты. И, Паша, давай, ты был первым, поэтому говори. Нет, я первый. У меня, сейчас ты офигеешь, 86 баллов. 86. Ой, а у меня 94. Не понял. В смысле? Ты офигел, что ли? Сегодня Паша занимает первое место в этом видосе. Ах ты так, иди сюда. Я тебя подцеплю на эвакуаторе Мэтри. Ребята, давай, ну что ж, а на этом видос подходит к концу. У Паши первое место. И, ребята, напоминаю, кто хочет видеть в следующих сериях, например, тачки из мультиков, тачки из трансформеров, может быть, как я и говорил, Арина Варовские Бигфуты, то, ребята, пишите свои идеи в комментариях. Ну а с вами был сегодня Джейл Флэзин. Ссылка на Пашу будет как-то в описании. Всем удачи, всем пока!